Бамбуковый лес Сагана в Киото назван одной из красивейших в мире рощ. Бамбуковый лес Сагана в японском Киото призван одной из красивейших в мире рощ. Так, уверяет издание, если в поисковике набрать место, которое нужно увидеть перед смертью или список самых красивых лесов в мире, есть все шансы увидеть фотографию Сагана. Расположенный в районе Арасиима в западной части Киото, бамбуковый лес приобрел большую популярность в последние годы, что совпало с ростом общего числа туристов, прибывающих в Японию. Хотя именно красота бамбука привлекает массы, эти звуки леса сами по себе стали привлекательным моментом, говорится в статье. Несколько лет назад Министерство окружающей среды Японии даже включило бамбуковый лес Сагана в список 100 звуковых пейзажей Японии. Прямо у входа в бамбуковый лес находятся северные ворота храма Тенрюдзи, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО и одного из 5 главных храмов Киото, киотского Годзана. Сообщается, что в Японии святыни синто и буддийские храмы часто расположены рядом с бамбуковыми рощами, которые считаются средством отпугивания зла, а бамбук считается символом силы. Построенный сёгуном в 14 веке в честь кончины японского императора Тенрюдзи, имеет один из самых невероятных дзен-садов страны и является сегодня штаб-квартирой школы дзен-буддизма Ринзай. На другом конце тропы бамбукового леса находится вилла Акачи Сансо, бывшая резиденция звезды немого кино Динджиро Акачи. Напомним, ранее в ЮНЕСКО выразили готовность помочь с реконструкцией замка в Японии. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.